Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня на обзоре у нас детская шнуровка и магнитная рыбалка. Это в два в одном. То есть у нас идет комплект. У нас идут два шнура, вот таких вот, ну, шнурка с деревянными наконечниками. И у нас есть две удочки. То есть ловить вот это все с детьми намного интереснее. А, видите, когда это рыбалка, они ставятся вертикально. Вот так вот. Ловить это вдвойне интереснее и удобнее, если с родителями, потому что, ну, так будет какое-то соперничество. К примеру, можно сказать ребенку: давай на перегонки половим магнитной рыбалкой рыбу и морских жителей, и, понятное дело, поддаться своему ребенку, чтобы он выиграл. Шнуровка как работает? Шнуровка — это хорошая игрушка на мелкую моторику, как и рыбалка. Нужно проселять разные фигуры. Такая игрушка отлично подойдет ребенку даже, в принципе, от 9 месяцев, потому что она довольно крупная, то есть такие части съесть невозможно, и, в принципе, тут все безопасно. Она состоит полностью из дерева, ну, не имеет никакого запаха. Купить такую штучку можно у нас в магазине розничном, если вы с Киева. Ссылку я оставлю в описании, всю информацию. Также, если вам нужна отправка, вы можете заказать через наш сайт или Инстаграм, ссылки есть. Ну или третий вариант, я оставлю артикул, вы можете ее найти в интернете. Всем спасибо за просмотр, всем пока.